Столица региона на базе Дагестанского государственного университета состоялось торжественное открытие 25-й Генеральной ассамблеи Ассоциации университетов и научных центров прикаспийских стран. На мероприятии присутствовали председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель Народного собрания депутатов Заур Аскендеров и многие другие. Ассоциация университетов и научных центров прикаспийских стран, на мой взгляд, это уникальное объединение, которые созданы и опираются на общие историко-культурные и духовные ценности и фундаменты, и уже многие годы играют очень важную роль в решении социально-экономических, гуманитарных, образовательных процессов развития Закаспийского региона. Укрепление и развитие научно-образовательного и культурного взаимодействия между вузами, членами Ассоциации государственных университетов прикаспийских стран является приоритетной задачей для всех нас. Участие в Генеральной ассамблее принимает около 40 вузов и исследовательских центров России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении. Представители обсудят вопросы развития международного транспортного коридора «Север-Юг», управления и сохранения биологического разнообразия юга страны и Прикаспийского региона, а также поговорят о туризме, кибербезопасности и многом другом. В рамках встречи ректор ДГУ Муртазали Рабаданов был избран президентом Ассоциации университетов и научных центров прикаспийских стран.